из книги «Открытым оком», 7-й том, тема Лапкин, книги, вопрос 1924. Говорят, что вы совершенно неисправимый спорщик и полемист. Вам это не надоело? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спорщик тот, кто не знает сути дела. Кто знает истину, тот не спорит, а возвещает истину. Я люблю Библию, верю в ее богодухновенность, в авторитет Духа Святого верю. И если что где-то не по Библии, это меня уже вызывает навстречу. И если противоречит тот противник, то ему не поздоровится. Это страшно много требует времени и нервов, но я не одинок. Деяния 17-18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот псуя слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Иероним Стридонский, 15 июня, День памяти. Но особенно много огорчений доставила ему его полемика, от которой он не мог отказаться, и здесь, в Вифлеемском удалении от мира, и которую он вел с большим подъемом чувства. Блаженный Иероним или обличал лиц, высказывавших взгляды, не согласно с учением церкви, или защищал свои воззрения в случае нападок на них со стороны лиц, расходившихся с мнением блаженного отца по известному церковному вопросу. Иероним убедил Августина отказаться от его ошибочного мнения, по которому он считал ненужным перевод священного писания с еврейского языка ввиду существования перевода 70 толковников.